Огромное количество проводов, кабелей на фасадах одесских жилых домов создают большие проблемы для жильцов дома. Так, например, арка между домами номер 5 и номер 7 по улице Екатерининской, по словам местных жителей, перегружена и небезопасна. Центр города. Переход от оперного театра мимо Пале-Рояль на улицу Екатерининская через арку, по словам местных жителей, крайне небезопасен. Опасно, на мой взгляд, конечно. Да что можно сделать? Ничего не можно сделать. Это уже этим занимается несколько лет. Из Киева приезжала комиссия, и здесь приходили. Вот недавно совершенно, я знаю, недели 2-3 назад. Все обещают. Люди говорят, что уже приловчились проходить через арку, поглядывая наверх, чтобы провод вдруг не упал и не задел. Погоды ведь разные стоят. А помимо людей, также здесь бывают животные и залетают птицы. Я хотела сказать, мы уже так это самое, сами да, смотрим все. А вот за туристов просто безобразие, конечно. Мало того, что здесь хаотично висят провода, к тому же еще и карниз дома разрушается, ремонтировать который, по-видимому, никто не спешит. Обваливались такие куски, просто вот куски. У меня даже с той стороны балкон, и вот на балкон тоже падали там с двух сторон. А здесь вот вы видите сами, вот как глянуть, прям сеткой вся крыша. Я вот только была в ЖЭКе, просила, спрашивала, я говорю, ну уже точно мы в прошлом году еще должны делать фасад, я думала, заодно крышу. Мне сказали, что пока ничего не известно. А что касается проводов, так одесситы говорят, что реально их закрепить, как полагается, а не лишь бы как. И что пора бы уже начать этим заняться, дабы обезопасить придомовое пространство, предотвратив тем самым чрезвычайное происшествие. Просто будет, наверное, короб какой-то делать. Ну, вон, если Пале-Рояль, вы видите, самое красивое место в городе. И там как стоял разрушенный вот рядом с этим красивым зданием, которое новое построили, так оно все там бомжатник. Надо короба какие-то придумывать и прятать это все. Это просто надо все отключать. А как думаете, может быть, с какого-то дома пора бы начать распутывать этот клуб? Можно вот с нашего начать. Действительно ли соблюдены все нормы в соответствии с законодательством и пожарной безопасностью, решать не нам, а специалистам. Но вот есть одесситы, которые со свойственным им юмором смотрят на данный вопрос. А что это за провода, вы знаете? Не знаю. Может, это правительственная связь? Да? Да. На как? Каждом доме? На каждом доме. У нас каждый одесситый руководитель страны.